Поскольку сейчас очень актуален тренд на осознанное потребление, я хочу предложить вам сделать интересную капсулу из новогоднего лука и сделать из него классную актуальную капсулу. Не спешите его выбрасывать или оставлять его для каких-то праздничных дней. Его можно носить в обычной жизни, и сейчас я покажу, как это сделать. Ну, представим, что у нас с вами вот такой вот новогодний вечерний лук, который представлен полностью в пространстве Fashion Lounge. Это такая юбка из пайеток в пол. Мы можем сочетать с объемным оверсайзным худи в сером цвете. В данном случае серый оттенок очень хорошо сочетается с розовым. Худи делает этот образ более повседневным, демократичным, и вы можете отправиться так на прогулку, и этот образ можно дополнить кедами, кроссовками или грубыми ботинками. Вы можете надеть сюда также шапку бини, кепку. Все это не возбраняется и абсолютно в духе современных тенденций. Еще один вариант для этой юбки – оверсайзная рубашка. Принт на рубашке – это такая незамысловатая клетка, и оттенок розовый с голубым очень хорошо сочетается с розовой юбкой в пайетке. Если вы не хотите надевать большую рубашку в застегнутом виде, вы можете надеть вниз кроп-топ, и рубашку можно завязать, либо можете оставить ее просто расстегнутой. Еще один вариант для повседневной жизни – оверсайз-свитер. Он тоже имеет розовый оттенок, как у юбки, и отлично сочетается с юбкой из пайеток. Его можно дополнить интересными цепями или украшениями из жемчуга, что тоже сейчас имеет актуальность. Здесь также можно надеть кроссовки или большие грубые черные ботинки и также сочетать образ с зимней панамой, со шляпой или с той же кепкой. Это тоже будет все в рамках современных тенденций. А вот такой капсульный гардероб я предлагаю вам составить с юбкой из пайеток. Так что не спешите его выбрасывать или оставлять его только на праздничные мероприятия. Это не одноразовая вещь. Вы можете использовать ее в обычной жизни. Тем более, что все современные тенденции позволяют нам носить такую юбку из пайеток в пол. Это очень актуально. Как и брюки, кстати, из пайеток в пол. Так что обязательно надевайте в обычной жизни новогодние праздничные вещи.